Сейчас уже придется с другим пилотом «Лада Спорта Роснефть» бороться казанскому гонщику. Ух ты, ничего себе, отрывается колесо! Разрушена задняя балка, вот это да! Вот это авария! Неужели там была такая жесткая атака на поребрик? Удивительно, встала в нагрузку, что называется, машина, нагрузила заднее колесо и просто вырвала его. Смотрите, начинается поворот. И просто отваливается заднее колесо. Причем вырывает еще и задние бамперы. У нас информация от Михаила Коновалова нам подсказывает, что напоминает время нам, что был контакт в первом повороте Незванкина, возможно, тогда получил повреждение его машины вот в этом столкновении с Ахмед Валеевым. Очень обидно для Владислава, тем более, что скорость у него была очень хорошая и вполне мог бороться за пьедестал, за победу, может быть, со своим партнером по команде. Но...